«Летающая парта» – это название известно каждому пилоту. С простого учебного самолета начинался путь в небо истребителя Александра Покрышкина и космонавта Юрия Гагарина. Основным разработчиком легкомоторных машин в Советском Союзе долгие годы было конструкторское бюро Александра Яковлева. После окончания Второй мировой войны реактивная авиация развивалась такими высокими темпами, что многие специалисты предсказывали самолетам с поршневыми двигателями скорый конец. Шло время, но винтовые машины по-прежнему были востребованы военно-воздушными силами и гражданскими службами. Главным разработчиком советских легкомоторных самолетов на протяжении многих лет являлось АКБ «Яковлева». Здесь проектировались поршневые учебно-тренировочные самолеты для подготовки курсантов в летных училищах и спортивные машины, на которых пилоты добивались побед на международных соревнованиях. В АКБ «Яковлева», в том числе и в послевоенные годы, значит, традиционно продолжалась тематика легких учебно-тренировочных самолетов. Ну, в частности, один из таких массовых самолетов – это вот Як-18, который было довольно много сделано, который был в училищах и в ДОСАФе. И даже один из первых летчиков, вернее, космонавтов Юрий Гагарин, ну, первый полет сделал на самолете Як-18. И концепция, значит, до появления, так скажем, реактивных самолетов в училищах военных, она существовала, что первые полеты все летчики СССР проводили на поршневом самолете. Як-18 стал одним из самых распространенных легкомоторных самолетов в мире. Выпущенная в 1947 году машина имеет огромный летный ресурс и служит в некоторых аэроклубах по сегодняшний день. Свои характерные конструктивные признаки Як-18 стал приобретать, начиная с учебного самолета УТ-2Л. Кабину пилотов закрыли общим прозрачным фонарем, поставили капоты на двигатель в 115 лошадиных сил, изменили конструкцию шасси с хвостовым колесом. С особой тщательностью предусмотрели меры, гарантирующие надежную устойчивость и управляемость. Опытный образец Як-18 был построен всего за несколько месяцев и в начале мая 1946 года совершил первый полет. Затем он успешно прошел заводские и государственные испытания и был принят на вооружение ВВС взамен УТ-2 и ПО-2, по сравнению с которыми Як-18 обладал значительно лучшими летными характеристиками. Як-18 – учебно-тренировочный спортивный самолет. Длина – 8 метров. Размах крыльев – 10,3 метра. Максимальная взлетная масса – 1120 килограммов. Силовая установка – двигатель М-16 мощностью 160 лошадиных сил. Максимальная скорость – 254 километра в час. Практический потолок – 4000 метров. Практическая дальность – 1050 километров. Экипаж – 2 человека. До начала 60-х годов Як-18 оставался основной машиной в аэроклубах ДОСААФ. Самолет был прост в управлении и обслуживании, прочен, надежен и безотказен. Его высокие летные данные позволили установить 9 мировых и 8 всесоюзных рекордов в классе легких самолетов. Но слабые места у 18-го все-таки были. И в первую очередь двигатель мощностью всего 160 лошадиных сил. У него был небольшой ресурс, и мотор очень быстро садился. Терял мощность. Дальнейшее развитие Яка могло быть эффективным лишь при использовании другой силовой установки. Ее создали через несколько лет, и в 1957-м разработали учебно-спортивный Як-18А. Внешний самолет этой модификации отличался тремя признаками. Круглый капот для более мощного в 260 лошадиных сил мотора, новый воздушный винт изменяемого шага и другой киль. Машина выпускалась крупными сериями в течение нескольких лет. Учебно-тренировочный самолет Як-18 успешно эксплуатировался за рубежом, в том числе в странах Западной Европы. Наиболее многочисленным было представительство Яков во Франции. Использовался самолет и в военных целях. В 1952 году Як-18 поступил на вооружение ночных подразделений военно-воздушных сил Корейской Народно-Демократической Республики.
Совместно с По-2 Як применялся во время Корейской войны в качестве легкого ночного бомбардировщика для ударов по нефтехранилищам и другим целям в ближнем тылу противника. В 1966 году в ОКБ Яковлева было принято решение о создании нового многоцелевого легкого самолета. Разработку поручили специально созданной молодежной бригаде легкомоторной авиации. Машина получила название Як-18Т. Всего было выпущено несколько сот экземпляров, которые успешно эксплуатируются до настоящего времени. Заложенный в конструкцию самолета запас прочности оказался таким высоким, что несколько лет назад серийный выпуск Як-18Т возобновился. На базе него Александр Сергеевич сделал целый ряд спортивных самолетов. Як-18, ПМ, ПС. Они поэтапно шли, сборные и наши спортсмены. Пожалуй, лучшие в мире. Они в сумме завоевали около 70 медалей. Были неоднократные чемпионы мира, многократные Европы. И в КБ всегда уделялось этому спортивному направлению довольно большое внимание. В 70-е годы началось обновление самолетного парка авиаклубов ДОСААФ. Вначале был выпущен одноместный Як-50. На этом самолете было установлено несколько мировых рекордов скорости и скороподъемности. Среди легкомоторных самолетов Як-50 стал самым экспортным. Он поставлялся в Австралию, Великобританию, ГДР, Данию, Чехословакию, Польшу. На базе спортивного Як-50 разработан двухместный учебно-тренировочный самолет Як-52. Поставка первых самолетов началась в 1979 году и продолжается до нынешних дней. Як-52 в больших количествах поставляется за рубеж. Свыше 400 машин по сей день эксплуатируются в США, около сотни в странах Западной Европы. Возможности применения легкомоторных самолетов огромны. Помимо учебных целей, они могут использоваться различными гражданскими службами, а также пожарными и пограничниками. Легкомоторная авиация во всем мире развивается высокими темпами. Новые разработки в этой области позволяют ОКБ Яковлева с уверенностью смотреть в будущее. Еще одной областью авиастроения, в которой КБ Яковлева добилась серьезных успехов, стало создание тяжелых десантных планеров. Самым богатым опытом строительства и использования таких аппаратов обладали немецкие специалисты. В ходе Второй мировой войны они широко использовали планеры. Советский Союз такого опыта не имел. Немцы первыми применили десантные планеры в реальных боевых условиях. 400 вооруженных бойцов 10 мая 1940 года высадились из 41 планера у бельгийского форта Эбен-Эмаэль и захватили его. В мае 41-го, уже на острове Крит, немецкие «Командос» выпрыгивали из дверей планеров, чтобы обеспечить посадку транспортных самолетов с тяжелым вооружением. Несмотря на всеобщее увлечение планеризмом в 20-30-е годы, в Советском Союзе не было выработано четкой концепции применения планеров в боевых целях. При этом в годы Великой Отечественной войны и особенно в послевоенный период бурно развивались воздушно-десантные войска. Встал вопрос о создании машины, способной брать на борт не только десантников со стрелковым оружием, но и артиллерийские системы с автомобильным транспортом. На вооружении стояли маленькие планеры А-7, конструкция Антонова, Цыбина, но они не отвечали задачам, которые ставились перед ВДВ. Поэтому был поставлен вопрос о строительстве такого мощного десантного планера для переброски войск. И поручили нашему АКБ заняться этим вопросом. Планер был спроектирован за короткий срок и в 1948 году построен. После первых буксировок и летных оценок Як-14 был представлен на государственные испытания. Планер совершил 30 полетов,
во время которых в грузовой отсек загружали разнообразное вооружение и оборудование десантных войск, в том числе пушки, гаубицы, противотанковые и зенитные орудия калибром от 37 до 122 мм, автомобильную технику и даже самоходную артиллерийскую установку АСУ-57. Як-14 отлично выполнил программу испытаний и был принят на вооружение. Все расчетные габариты планера велись от автомобиля ГАЗ-51. Он должен был вмещаться в этот планер, и всякие механизмы загрузки, перегрузки должны быть учтены при этих габаритах. Они сделали планер с двухоконным, так сказать, вариантом. Хвост планера поднимался вверх, и нос планера поднимался вверх для быстрой загрузки и разгрузки. Более 10 лет Яки-14 несли службу ВДВ, являясь основным средством доставки тяжелого снаряжения. Однако время не стоит на месте. В середине 50-х годов советская авиапромышленность сделала огромный скачок в своем развитии. На вооружение советской армии поступили транспортный самолет Ан-12 и транспортно-боевые вертолеты Як-24, Ми-4 и Ми-6. Они полностью удовлетворяли потребности воздушно-десантных войск. Необходимость в тяжелых транспортно-десантных планерах отпала, и в конце 50-х годов Як-14 сняли с вооружения. Як-14 был последним советским десантным планером, принятым на вооружение. На смену пришли транспортные самолеты и вертолеты. Об этом вы узнаете в следующих фильмах «Оружие».